сегодня на припате, когда начала петь, вы знаете, очень нервничала, потому что когда некоторые гости просто бесцеремонно вставали и уходили, и гиены готовы тебя заживо сожрать, это очень неприятно. Поэтому вначале голос немного дрожал, но потом я просто начала кайфовать, получать удовольствие от вечера, от себя и от тех людей, которые меня по-настоящему любят. Спасибо вам. Андрюша, твой букет довезла до дома. Эти шикарные белые розы мне сегодня подарил Андрей Малахов, за что ему огромное спасибо. Сейчас поставлю вазочку. Люблю тебя, Андрюша.